Хиллари Клинтон заподозрили в использовании двойника. Пользователи соцсетей подробно рассмотрели последние фотографии кандидатов в президенты США и пришли к выводу: отличить лжеполитика от настоящего можно по форме носа, мочкам ушей, длине указательных пальцев и общей комплекции. Якобы именно таким способом экс-госсекретарь отвлекает внимание от серьезных проблем со здоровьем. Хотя то, что Клинтон больна, она и не скрывает. Есть официальный диагноз – пневмония или воспаление легких. В воскресенье она даже не смогла выставить всю церемонию памяти жертв теракта 11 сентября. А пока ждала свою машину, вообще чуть в обморок не упала. В итоге ее отправили отдыхать в квартиру дочери, откуда она уже через несколько часов появилась в хорошем настроении и заверила всех, что чувствует себя прекрасно. Обманывает или нет всех Хиллари? Этим вопросом особо задаются ее недоброжелатели и сторонники соперника на выборах Дональда Трампа. Тот вообще прямо заявил: Клинтон просто не потянет такую задачу, как управление страной. Чего только не приписывают Клинтон. И болезнь Паркинсона, и эпилепсию. Сама бывшая первая леди США все отрицает и даже постоянный свой кашель списывает на аллергию на Трампа.